Будущие офицеры. В мемориальном комплексе «Победа» состоялся 10-й юбилейный смотр кадетских классов республики. Начищенные до блеска ботинки, отутюженная форма и особая военная выправка. Кадетская поверка, серьезный экзамен. 56 команд со всей республики соревновались между собой в армейских навыках. Повороты на месте и в движении, строевой шаг и песня. На каждый элемент не более 5 минут. За каждым движением внимательно следят судьи. Кадеты выступают в 4 возрастных группах. Младшие, средние, старшие и выпускные. Последние вне конкурса. Вместе с мальчишками в юбках и на каблуках чеканит шаг девчонки. Мы участвуем в таких мероприятиях в первый раз. Мы были немножко не уверены в себе. А теперь, когда мы уже все сделали, отмаршировали, мы с честью можем сказать то, что мы являемся настоящими кадетами. Мне очень нравится быть кадетом, так как мы постоянно принимаем участие на разных мероприятиях, конкурсах. Мы изучаем те предметы, которых нет в обычных классах, такие как самооборона, хореография. В кадетском классе я уже обучаюсь 3-й год. Кадет должен быть выносливым, терпеливым, целеустремленным, дисциплинированным. Лучшими в своих номинациях стали кадеты Красночитайской школы, Республиканской кадетской школы, Октябрьской СОЖ Мурпосадского района и Чувашско-Сорминской СОЖ Аликовского района. Все они получили грамоты и медали. Другие участники по традиции получили свидетельство об окончании кадетского обучения. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Александр Петров, Республика.